Широкая масленица – один из главных весенних праздников, которые любят взрослые и дети. Отмечать его нужно весело, задорно, в кругу друзей и близких, как это делают на Чунгачанге. Масленица – традиционный славянский праздник, во время которого провожают долгую зиму и встречают наступление долгожданной весны. Отмечают его обычно широко и ярко. Не остается в стороне от праздничного духа и база отдыха Чунгачанга. Здесь будут у нас гуляния, хороводы, песни, пляски, танцы, различные игры и эстафета. Ну и, конечно же, очень вкусные блины. А без блинов ведь масленица не масленица. Дети из благотворительной организации «Радуга» традиционно встречают этот праздник на базе отдыха. Вместе со скоморохом и весной они играют на свежем воздухе. Сегодня я смотрю, тут развлекаются по полной программе. Вот, забавы на свежем воздухе. С погодой, к сожалению, нам не подфартило в этот день. Вот, ну, дети бегают, согреваются, радостные. Это главное. Мы прыгаем, мы играем и едим блины. А мы на масленице встречаем весну. Вообще на Чунгачанге регулярно проводят такие благотворительные праздники для общественных организаций, а также классов и детей с родителями. Помимо масленицы традиционными стали встречи в поместье Деда Мороза в новогодние дни.